На Олимпийских играх он 21-й. А это Санда Дубравчич, популярная югославская фигуристка. Вы помните, в день открытия зимних Олимпийских игр в Сараеве она зажигала на стадионе Кошева олимпийский огонь. Санда заняла 10-е место в женском одиночном катании. Костюм у югославской фигуристки цвета бордо с такой эффектной кружевной вставкой. Она выступала на Олимпийских играх и в Лейк-Плесиде. Тогда ей было всего лишь 15 лет и заняла 11 место. И вот сейчас здесь у себя дома 10-е. При очень большой конкуренции в женском одиночном катании. Неоднократная чемпионка Югославии. Ее также тренирует Хильда Мудра. Так же как